Шелковица черный гигант. Вот такая вот красавица. Я считаю, что это экологически чистый продукт. Не нуждается в никаких обработках, ни от вредителей, ни от болезней. Просто посадил дерево и наслаждаюсь вкуснейшими плодами. А плоды вот такого размера. Спичный коробок в сравнении и плоды. Смотрите видео до конца и увидите урожайность дерева этого сорта и вес плодов. Я покажу в конце видео. Всем привет! Сегодня у нас 18 июня 2020 года. Начинает поспевать урожайный сорт шелковицы черный гигант. Очень крупноплодный сорт. Вот можно видеть плодяки его. Вот крупная шелковица, но это только-только начала она. Она нальется и будет очень крупная. Я положу на весы, покажу какой вес, вкус. Вот гляньте, как улеплена урожаем данная шелковица. Шелковиц очень много по всему дереву. Это только-только она начала поспевать. Улеплено все. Это первые единичные плоды. Первые плоды, естественно, не такие крупные и не такие сладкие. Тем более у нас куча осадков, очень обильные дожди. А вот только-только там пройдет около недели после вот этих первых поспевших плодов, и сразу же она становится намного крупнее и намного слаще. С руки падает, елки-палки. Вот такая вот шелковица. Положу я на спичный коробок. Покажу, какой вес, размер. Ну, вот такая вот. Только-только начала. Вот нижние ветки тоже улеплены урожаем. Она так посажена, что неудобно видео снять. Ну, вон. Ее очень много. Куча. Ну, чуть позже хай начинает доспевать. И я сниму, покажу уже более открыто этот сорт. Так, сегодня у нас 25 июня 2020 года. Вот какие крупные плоды висят. Уже поналивались. Я сейчас нарву, положу на веса. А елки-палки, падает. Покажу, какой реально вес, потому что так вот, ну, в руке может быть не видно. Положу на спичный коробок. Шелковица реально крупная. Много ее тут висит. Уже ходим, кушаем ее по чуть-чуть. Да, сейчас досниму видео, покажу размер, скажу вкус. И уже будем полным ходом обрывать ее и кушать. У нее куча везде. Все черное. Очень крупная. Хорошая. Кстати, хотел сказать отдельно за эту культуру. Эта культура экологически чистая. Она не требует никаких обработок ни от вредителей, ни от болезней. Единственное, оттянуть горизонтально ветки, чтобы лучше закладывался урожай. Все. Больше она не потребует никакого ухода. То есть посадил как бурьян, ветки оттянул, и каждый год будет радовать отличными вкусными плодами эта культура. Так, ну сейчас нарву, то буду смотреть, какой вес у него в этом году. Так, давайте глянем. Или продегустируем, или посмотрим, какой вес. А давайте продегустируем. Давайте посмотрим, сколько сока. Бы показать, чтобы было видно. Русские уже все черные. Очень сочная шелковица. Вот сок течет по рукам, капец. Так, и давайте сейчас посмотрим, какой же у нее вес. Вес 8 грамм. 8 грамм. 6 грамм. 6 грамм. 7 грамм.
6 грамм, 7 грамм, 7 грамм. Плодов много, то до 9 грамм не дотягивает. Но все равно 8-7 грамм вот в руке можете видеть. Вот палец и реально шелкуется. Какого размера. Плюс же положу спичный коробок. Вот. И положу на спичный коробок, чтобы было видно размер. Для сравнения. Вот так вот. Вот такая вот классная ягода. Давайте попробуем на вкус. Сахар. Сладкая, с легенькой кислинкой. Легенькая-легенькая. С почти неощутимая. Но у меня есть еще белый сорт шелковицы. Чисто белый. То она чисто сладкая. У нее кислинки такой пикантной нету, как у этого сорта. Но что этот сорт, что белый сорт шелковицы, очень вкусный. Есть черенки на продажу, кого заинтересовал данный сорт. Заказывайте и прививайте, перепрививайте. И будете всегда с таким отменным урожаем данного сорта. Плюс крупные, красивые плоды, вкусные. Класс. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.